Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лиля, и сегодня я покажу вам обзор одежды из интернет-магазина Shein. Это будут 8 образов, 2 из которых для меня и 6 для моей мамы. Все мы вам обязательно покажем, продемонстрируем на себе. И я хочу напомнить, что для вас у меня всегда в описании есть промокод, который дает вам скидку 15% на всю одежду, поэтому не забывайте им пользоваться, если будете оформлять заказ. И также в описании будут ссылочки на все одежду, которую мы вам сегодня покажем. Давайте начну, наверное, со своего выбора, что я выбрала для себя любимый. Это будет костюм, который вы видите сейчас на мне. Так, надо немножечко отсесть, чтобы вам тут хорошо все было видно. Костюм, на мой взгляд, интересный, но мне нужно его на себя обязательно сажать, потому что вот под мышками, да, даже сейчас вы можете заметить, что он мне великоват. За счет этого он смотрится не так здорово, как мог бы. Здесь широкие шортики, которые прикольно смотрятся. Они не облегают, они с карманами. Это синтетическая ткань на супер жаркое лето. Конечно же, этот костюм вряд ли подойдет, но вот вечером или когда уже будет попрохладнее, мне кажется, идеально. Сочетать этот костюм можно с обувью, мне кажется, на любом ходу. Классно будет и с кроссовками смотреться, и с каблуками, и с какими-то балетками. В общем, костюм мне понравился, и я вам могу его тоже порекомендовать. Главное, не ошибитесь с размерами. Свой размер я вам обязательно подпишу где-нибудь на экране, потому что костюм на мне, я забыла посмотреть, какой же я выбрала. Давайте покажу вам шортики, материал вы сразу же поймете. Цвет красивый, здесь у нас присутствуют карманы, пояс у нас на резинке, резинка не тугая, довольно-таки комфортная, ничего меня не перетягивает. Все швы также выполнены очень аккуратно и красиво. Ну а что касается жилета, он крепится на две пуговицы, одна из которых потайная, и на вторую вы цепляете, третья она просто для красоты. Обязательно посажу этот костюм на себя и буду его с удовольствием носить, наверное, с белыми кроссовками. Мне кажется, так будет смотреться лучше всего. Вы знаете, я вас немножечко обманула, все-таки у меня здесь не два комплекта для меня, а чуть больше. Но сейчас мы с вами совсем разберемся и давайте покажу вам футболку, которая мне очень-очень сильно понравилась. Если вы смотрите мои влоги, то неоднократно меня уже в ней видели. Это белая футболка с кофейным принтом, размер 1XL, и это, девочки, 100% хлопок. Безумно мне понравилось. Вот знаете, что касается ткани, я привыкла, что 100% хлопок не очень хорошо себя ведет, но, видимо, он тоже бывает разного качества, потому что здесь у меня нет вообще никаких претензий. Эта футболка не вытягивается на груди, она не деформируется при стирке. Я уже стирала ее столько раз, что даже сосчитать, мне кажется, не смогу. Надела, быстренько простернула, принт тоже не вымывается. Поэтому я вам могу смело порекомендовать эту серию. Там есть не только кофейный принт, там, по-моему, кактусы, сердечки, цветочки, что только хотите. Просто нужно поискать. Мне понравилось. Футболка сидит прекрасно. Давайте покажу вам ее поближе. Прям в нее влюбилась, и она такая здоровская, мне кажется, модная. Давайте покажу вам швы. Они выполнены идеально. Вот мне безумно нравится качество шин, поэтому я с удовольствием с ними работаю. И надеюсь, это сотрудничество никогда не закончится, потому что у них реально есть недорогая, да, в сравнении с какими-то магазинами одежды. И при этом она качественная, стильная и модная. Очень мне нравится эта футболка. С удовольствием дальше буду продолжать ее носить. Еще раз напомню, для себя я выбрала размер 1XL. Мне кажется, все супер, можно смело носить. Идем с вами дальше. Это будет костюм, который я также выбрала для себя и почему-то про него забыла. Смотрите, мне нравится сочетание цветов. Мне нравится то, что перекликается рисунок на лосинах и кармашках этой футболки. Но мне не нравится ткань футболки, потому что она очень сильно и быстро мнется. Она вытягивается на груди. Обычно мне кажется, что синтетические ткани прекрасно носятся, да, и наоборот, меньше вытягиваются, чем хлопок. Но здесь все с точностью до наоборот. Здесь у нас с вами 95% полиэстера и 5% спандекса. Размер я для себя выбрала 2XL. Мне кажется, можно было бы взять и 1XL, тоже смотрелось бы неплохо, потому что футболка немножечко мешковата. Но ничего страшного, я этот костюм буду с удовольствием носить вечером на тренажеры, либо чтобы прогуливаться неподалеку от дома. Мне кажется, он обязательно у меня будет тоже в ходу, потому что сочетание цветов приятное, красивое. Ткань мягкая, очень нежная, но вот она быстро вытягивается, очень быстро мнется. Давайте покажу вам теперь его поближе. Смотрите,
Мне очень нравятся лосины в этом комплекте, они красивые, здорово сидят. Мне кажется, если есть вопросы, да, к футболке, можно ее поменять, ничего страшного. Давайте покажу вам еще ближе. Вот так вот выглядит ткань. Здесь тоже у меня нет никаких претензий к пошиву. У нас плечо идет опущенное. Кому-то это нравится, кому-то нет. Я все-таки больше люблю, когда плечо на своем месте, так более собрано, да, вы смотритесь. Ну, а здесь вот таким образом. Кармашек, вот он, тоже все швы ровненькие, претензий нет, ровная спинка, попу закрывают, ну, собственно говоря, вы все это видели на мне, поэтому костюм имеет место быть, но вот ткань такая супер мнущаяся. Ну, а я решила переодеться, как-то не совсем хорошо, правда, на мне еще сидит костюм, а в футболке я выгляжу гораздо лучше. И следующее, что я вам покажу, это будет тоже костюм, его я также выбирала для себя, но когда мы получали посылку, все померили, пришли к выводу, что на маме этот костюм смотрится гораздо лучше. С белыми кроссовками просто конфетка. Кто-то скажет, что здесь перебор, да, и сетки, и блестки, и вот этот вот активный принт, но мне кажется, что в целом смотрится очень даже симпатично. Сочетание цветов идеальное. Розовый, нежный розовый с серым всегда это беспроигрышное сочетание. Размер у нас 1XL и состав ткани здесь 35% хлопка, а все остальное это полиэстер и спандекс в перемешку. Так что я рассчитываю на то, что он будет хорошо носиться и чересчур не будет вытягиваться. Давайте покажу вам теперь этот костюм поближе. Вот такой вот он симпатичный. А качество вот этой вот наклейки, мне кажется, неплохое. Посмотрим, конечно же, в носке, но в процессе стирки вы видите, что ничего не потрескалось. Давайте вам покажу. Вот, видите, все замечательно. Сетка тоже хорошо выполнена, эти блестки не чересчур кричащие. Оттенок перекликается со штанинами. Штанины у нас вот такие вот. Видите, здесь небольшой манжет, но он не супер тугой, то есть он довольно-таки свободно смотрится на щиколотке. Лампасы перекликаются с цветом футболки. И эта коллекция, девчонки, вот так вот называется, Curve. Еще раз напомню, размер 1XL. Костюм довольно такие интересные. Напишите, как вам, понравился на моей маме или же не совсем. И еще один костюм я вам сегодня покажу, но он уже не спортивный. Вы знаете, он синтетический, и многие люди стараются избегать синтетику летом, да и вообще в своей жизни. Но я хочу вам сказать о том, что синтетика синтетики рознь. И сейчас бывают такие классные синтетические ткани, что ваше тело в нем так же дышит, как и в хлопке. Допустим, здесь очень тоненькая ткань, она просторная, за счет чего, если вы постояли на ветерке, либо зашли в помещение, где есть кондиционер, моментально просыхаете. Мне кажется, это как нельзя лучше именно для лета. Костюм здесь просторный. Мама выбрала довольно-таки яркий, оранжевый, да, здесь такие брючки красивые. Они немного ей великоваты, и мы сейчас думаем по поводу того, стоит ей ушивать или нет. Вот вы сейчас смотрите, как она демонстрирует, смотрится красиво, но если приподнять блузку, то там в паховой зоне немножечко все это собирается, и видно, что ткань лишняя. Но так как все это прикрыто и свободно, мне кажется, даже трогать не стоит. Костюм комфортный, классный, она уже с удовольствием в нем ходит. Если я не ошибаюсь, мы выбрали размер 2XL, обязательно вам подпишу. И давайте покажу вам его поближе. Здесь у нас просто оранжевые брючки и принт, который, да, перекликается со штанинами. Мне кажется, отличный летний вариант, какую-то сумочку взять и вперед на прогулку. Так что костюм нам тоже понравился, он также шит великолепно. Честно, у них вещи реально очень крутые. Мне не к чему придраться. Может быть, если брать вещи какие-то попроще, побюджетнее там, то да, может быть что-то не то. Но мы стараемся выбирать хорошие вещи для того, чтобы продемонстрировать вам и самим их с удовольствием носить. Давайте покажу вам штаны. Они идут, так, повешу, на резинке. Резинка широкая, и она не скатывается, как обычно, вот таким образом. Все комфортно, классное, просторное. Так что костюм нам тоже очень-очень понравился.
И последнее платье на сегодня, не буду у вас занимать слишком много времени, это, девочки, вот платье, которое очень нравится по фасону моей маме. Но, скорее всего, оно все-таки рассчитано на девушек повыше. А на маме как-то оно всегда смотрится мешковато, великовато. Но, к примеру, если надеть на это платье сверху джинсовую куртку, то сразу же все будет смотреться гораздо лучше. Мы выбрали размер 0XL, это натуральная ткань, 100% хлопок, но он плотноват, поэтому на жаркое лето не совсем подойдет. Вот вечером прогуляться, либо вот на осень, сверху накинув джинсовую куртку, будет замечательно. Давайте покажу вам поближе, мне нравится рисунок. Вот на камере он, наверное, немножечко мрачноват, но вживую он чуть более яркий. Здесь у нас приятные цветочки. Коллекция также называется Cure. Кстати, обратите на нее свое внимание, там есть интересные вещи. Также у них есть интересная коллекция, которая премиум на M называется, тоже подпишу. Там уже, знаете, прям супер модные вещи, но больше там идет расчет на стройных девчонок. Там также есть обувь интересная, вот это вот плетеные сумки, украшения. Но мы выбрали в этот раз из коллекции Curve. И вот такое вот довольно-таки интересное платье. Здесь у нас идет отрезная линия и довольно-таки широкая юбка. Покажу вам еще ближе, чтобы вы поняли, что это за ткань. Точно так же все строчки выполнены прекрасно, нет никаких претензий, нет никаких посторонних запахов, также все упаковано хорошо. Кстати, надо же сказать по поводу доставки. Доставка сейчас максимально быстрая. Я не знаю, то ли они подписали договор, то ли еще что, потому что я только оформляю заказ, и буквально через 10-15 дней уже посылка в Сочи. Это очень круто, мне это очень-очень нравится, поэтому я могу чуть чаще вам показывать обзоры шин, которые, надеюсь, вам нравятся. Ну что ж, мои хорошие, это все, что я хотела вам сегодня показать. Надеюсь, вам наш обзор понравился. Я еще раз хочу напомнить о том, что промокод и ссылки на вещи, которые мы выбрали в интернет-магазине Shein, вас будут ждать внизу в описании. Не забывайте. Смотрите, также оставляйте свои комментарии. Мне будет очень интересно почитать, что вам понравилось на нас, а что, может, нам не стоит носить, по вашему мнению. Тоже с удовольствием почитаю и прислушаемся. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада вас видеть на своем канале. И увидимся уже с вами в следующем видео. Пока-пока!